Это калифорнийский дорожный патруль. Мы выполняем важную роль. Если бы не мы... Давай, левее! А если кто пострадал? Есть подозрение, что в дорожном патруле завелись крысы. Будешь работать под прикрытием? Тайный агент среди своих? Офигенно! Твой напарник-новичок Джон Бейкер. А я кем буду? Фрэнсис Луэллен Панчерелло. Вы мне дали женское имя? Ты мне нравишься, на мужа моего похож. Какой красавчик. Ты перенес 23 операции. На байке ездить умеешь, сразу видно. Так точно. Крут как яйца. Нет. Привет, я Джон. Панчерелло. Так ты мой напарник. Ну что, обнимемся по-мужски? Чувак, если ты гомофоб, так и скажи. Не-не-не-не-не-не, я не гомофоб. Джон Бейкер, помнишь меня? Сколько лет? Вот это чума. К бою готовы? Ага, выглядим как почтальоны. Куда уж круче, действительно. Эта работа — мой единственный шанс спасти свой брак. Ты чего напялил? Это моя форма. Таким обычно с пьяну делится. Я весь из себя крутой коп. У меня нет чувств. Весной! Твоя задача — найти продажных копов. Ты из ФБР. Ага. Надо сосредоточиться. Ты издеваешься, что ли? Просто леггинсы — моя слабость, понимаешь? Поехали отсюда, у тебя стояк во всю мощь. На байк сесть сможешь? Не уверен. Спасение города! Продажным может оказаться любой. От грязных копов мы как Джей-Зи и Бейонсе. Все или ничего? Чур я Джей-Зи. Дело рук самих копов. Ведем погоню. Где вы? Я еду на север. Пончо катится на юг. Твою мать! Провалишь это дело, и ты уволен. Доказательства есть? Есть голова подозреваемого, уже что-то. Мерзость. Да я хотел. Ну что за мерзость? Понч! Мне надо в горячую ванну. Я тебя не понесу. Я тебе вчера жизнь спас. Блин, вот так и знал, что припомнишь. Бери меня на руки. Ладно. Ты лицо мне прямо... Не-не-не-не-не, я тебя не трогал. А по ощущениям трогал. Я бы даже сказал, практически чмокнул. Нет! Калифорнийский дорожный патруль. Ну, может, чуточку. Самую малость. Скоро!